Традиционно на базе 9-й школы прошел конкурс юных инспекторов дорожного движения. Командам предстояло проявить себя и в практических, и в теоретических этапах. После торжественного открытия соревнований и жеребьевки команды разошлись по конкурсным местам бороться за минуты и очки. Сегодня проводится районный этап слета юных инспекторов дорожного движения на базе 9-й школы города Слонина. Сегодня участвует 9 команд. Как обычно в программе, есть какие-то изменения или то, что было раньше? Изменений не было, все, что было раньше. Раньше было 12 команд, но по тем или иным обстоятельствам сегодня прибыло только 9 команд. Это будет и отбор на областной или нет? Так точно. Сегодня будет отбор. Победитель соревнований будет участвовать в областном конкурсе слете юных инспекторов движения, который пройдет 14 мая в городе Гродно. Это будет команда-победительница или сборная? Это будет команда-победительница какой-то из школ района. Сегодня городские и сельские есть? И есть и городские, и сельские школы. Участвуют все средние школы. Мы команда ДТП. И всем нам ясно, что главное на дороге – безопасность. Наверняка смутило вас название, поэтому озвучу толкование. Дорожно-творческий патруль – команда наша. Надежда, безопасность и опора ваша. Лучший результат в который раз показали юидовцы из Жировиц. Они будут защищать честь Слонимщины в области.